Всем привет, это Радиус, и сейчас мы будем захватывать Таранис. Сначала вынесем ему движки. У него там какое-то большое охранение. Охрана сильная. Так. Ни черта не видно из-за этого охранения. Новодрончики сейчас включим, чуть поближе подлетим. И попробуем вынести движки. Так, новодрон, скорость на максимум. И метимся в движки ему. На нас уже летят дроны, черт. Как они не вовремя. Так, вот сюда, вот. Вот, отлично. И еще один. Еще один движок. Так, нас стреляют эти гады. И сейчас могут... Легко вообще. О, щиты уже в критическом состоянии. Да, не вовремя, конечно. Не вовремя. Я вылетел. Так. Где эти? Где эти гады? Вот они. А че это не возвращаются? Так, ну еще один новодрончик тогда. Там, по-моему, у него двигателей-то больше. Не стали меня добивать. Так, сейчас рассмотрим там, как у него тут с движками и что у него. По-моему, я его обездвижил. Так, запишемся. Теперь надо охранение разбить его. Охрана его. У него достаточно сильная охрана. Стоп, 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 не так близко. Следопытами. Только не по дронам, а именно по охране. По охранным истребителям. Упс. У нас уже летят. Так, уходим. Ох. Скоро конец. Там же этот, там титурель какая-то. Так, кто на нас летит? И летит ли? Там еще и титурель. Так, титурель надо обездвижить, а то она сейчас ему сильно поможет. Сейчас титурельки снесем, движки снесем. Так, стоп, кто по нам стреляет? Так, следопытом сразу по этим движкам. Так, этот готов. Перегрелся, черт. Так, кто-то нас ведь... Так, мотаем, мотаем, мотаем. Спасибо за победу над врагами нашей. За нами, по-моему, гонится кто-то. Так, восстановим немножко щиты. Кто за нами гонится? Так, эта титурель по нам стреляет, гадина. Надо ее обойти. Так, кто там остался? Таларкан. А это беспилотники. Так, интересно, ракеты далеко стреляют? 12 километров, это много, наверное, будет. Снова истребители сшибаем. Так, запишемся. Надо почаще. Так, кто это там против Тараниса? Перевозка полуфабрикатов. Дамел. Это беспилотники. Так, попробуем. Ух ты, как он жарит нас. Попробуем к двигателю там к нему пристроиться. Это двигатель?
А это двигатель? Нет, это декорация. Так, дронов расшибаем ему. Дронов расшибаем. Так, мы не подставились? Ох. Так. Так, 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 так. Двигатели у него не работают? Так, нас тут стреляют. Дроны. Дроны атакуют. Я надеюсь, это безопасное место здесь. Так, так, так. Это строители, мне кажется. Да, это строители. Сколько у него дронов, интересно. Так. Так, 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 так. Так, боевые дроны пошли. Боевые дроны мы сейчас разнесем. Обязательно. Так, кто там? Так, боевые дроны разнесли. Строителей уж больно много. Сейчас они тут настроят нам. Так, это кто? Строитель? Сносим. Так, главное, чтобы он движки не починил. Это декоративные движки. Так. Иначе он сейчас улетит к станции. Еще боевые дроны. Нет, строители это. Че тут снует прямо перед глазами? Так, еще запишемся. Так, а вообще информацию сейчас посмотрим. Сколько у него двигателей? Ой-ой-ой, кто нас? Боевой дрон. Сколько же у него строителей-то? Одного оставим. Еще один строитель. Так, 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 так. Турель, я надеюсь, там долго будет обездвижена быть. Ну, попробуем сейчас снести турели у него ракетой Шершень. Шершень, где у него турели? Вражеская ракета. Стоп. Так, что-то мы там разнесли. Я не знаю, что мы там разносим. Но что-то разносим. Эх, черт. Обоих дронов. Зря обоих дронов, блин, убили. Есть у него еще дроны, интересно. Что-то не видно, чтобы он их выпускал. Мы сейчас шершнями все его стартовую площадку дронов не убережем, кажется. Нашими шершнями. Так. Так, 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 за движки прячемся, прячемся. Да, скоро такой халявы не будет, конечно. Скоро такой халявы не будет. Так, стоп. За движки нельзя будет прятаться. Это кто? Какой-то Хеус. Надо его сшибить. Звездные вспышки, может быть, помогут. Зря я его, наверное. Так, что еще, что еще? Неужели у него больше нет дронов-строителей? Вот это будет, да, обидно, конечно. Так, шершни. Шершни выбираем, смотрим, где у него что. О, сколько у него всего. Шершни сбивает, гад наш. Ой-ой-ой, ничего себе, это как? Это как было? Вот это да. Ладно, загружаемся. Так, продолжаем захват. Я тут поработал новодронами еще. И очень грубо работаю. Прям все выношу подряд. Хеос. Этот Хеос нам не нужен. Прямо вообще все выношу. Даже стартовую площадку дронов разнес.
Так, я надеюсь... Так, стоп. Там какие-то противные турели. Сейчас шершнями их прикроем. Шершнями. Шершни наши туда полетят? Нет, они не туда полетели. Вот черт, а. Противные какие-то зеленые турели, противные абсолютно. Да, шершни. Ах ты, черт, сам себя попал, что ли? Так, прижмемся к корпусу, восстановим. Спасибо за победу над врагами нашей станции. Так. Между прочим, они щиты-то восстанавливают, эти турели. Так, одна готова. Вторая готова. Это дронбей, его ни в коем случае не нужно трогать. Хорошо, по-моему, сверху мы ему все вынесли. Теперь займемся снизу. И стартовая площадка дронов у нас цела, и дрончики даже целые некоторые. Их, по-моему, их один всего или два? Или два их? Один, но один пусть летает. Так, сохранимся и посмотрим, что у него там есть. На брюхе. Так. Ага, вон турели спереди у него. Спереди турели живые. Где они? Вот они. Вот они. Еще шершнем долбануть. Да куда-то шершень не туда летит. Ох, ох, ох. Какие болезненные турели. Так, это кто? Перехватчик у него живой остался. Надо же. Так, щиты, щиты в критическом состоянии, но мы их сейчас восстановим. Так, одна готова. Поближе немножко, чтобы поточнее стрелять сейчас. Так, вот еще одна. Вот гадюка. Так. Что еще у него? Вот здесь нехорошая турель. Абсолютно гадская. Там кто там? А, понятно, что за турель. Там СКРП турель, так себе. Так, здесь что-то осталось у него? Спасибо за победу над врагами нашей станции. Вот еще СКРП турельки. Или это не турельки? Нет, это не турельки. Опять зелеными соплями откуда-то стреляет. Откуда? А, вон, вон еще турели у него. С того бока. Противные турели. Те зеленые. Вот они, вот они, вот они, вот они. Гадины. Так, шершни, пожалуй, мы уже уберем. Дробилочки бы. Дробилочки. Дробилочки, так. По-моему, все. Эти турельки готовы с этого борта. Так, что у нас там со стартовой площадкой дронов? Где-то она у него была. С той стороны? С носа? Или все-таки разнесли мы? Так, непонятно. Вот она. Вот эту площадочку надо. Сейчас с ракетами осторожнее быть. Надо. Так. Супергенератор. Похоже, с турелями все. Прыгдвиг. Прыгдвиг у нас остался. Где он? Что мы тут вообще все вынесли? Прыжковый двигатель у него вынесен. Так. Строительный дрон. Ну же, выделяйся. Да, была строитель. Сейчас проверим еще. Вроде никто не стреляет. Ни одна из турелей. Это хорошо. Стартовая площадка дронов у нас жива. Надеюсь, десантники наши не покажут нам на стартовую площадку дронов, чтобы ее уничтожить. Так, смотрим сейчас. Сколько у него защиты от абордажа? 213. Так, ну что ж, разносим супергенераторы.
дробилочки активно используем. Иначе разносить мы очень долго будем. Вообще интересно, вот мазером сейчас вот немножко постреляем. Супергенератор. Пока урон будет идти, мы вот сюда дробилками в этот. Так, дробилки кончились, к сожалению. Дробилки кончились. Да, крепкий, конечно, супергенератор у этого гада. Ракетами с самонаведением не будем стрелять, так как одни летят черти знает куда, могут выбрать другую цель и могут полететь в стартовую площадку дронов. Так, там у него дрон трудится. По-моему, зашевелился. Нет? Тихо. Не застрять бы. Так, энергия кончилась. Показалось, что зашевелился. Метеориты тоже, по-моему, без наведения ракетки. Сейчас попробуем. Да, тоже ракеты без наведения довольно-таки мощные. Еще сейчас шибанем. Так, готов. Готов. Супергенератор. Сколько у него там осталось защиты? 204, как и было, но потому что корпус мы не... Сейчас можно уже корпус все долбить. Сейчас метеоритик запустим. Можем даже новую запустить. Так, стартовая площадка дронов у нас впереди. У него все время забываю, да. Новочку сейчас сзади зафигачим. Я надеюсь, она... Впереди нова не повредит стартовую площадку дрона. Так, вот там китурель еще висит, ее бы захватить, кстати, запишемся. Так долго будем долбить. Новодрончик. Ой, сколько у нас уйдет всякого добра. Так. Насколько он сильно корпус повреждает? Вообще почти не повреждает. Очень мало, по крайней мере. Ах, дробилочек бы сейчас. А может, мы прикупим сейчас дробилки? 173 корпус. Не, долбим. А, может быть, прикупим действительно быстренько дробилочки. Услуги. Торговец оружием. Связь. Покажите мне товар. 40 дробилочек сейчас купим. Я уверен, что никто не перебьет мое качество и цену. Возможно, что никто не перебьет. Так, следим за двигателями, по-моему. Починил? Нет, не починил. Движки не починены, это хорошо. Это что валяется? Да вообще не до контейнера сейчас. Так, 170, слишком много. Так, посмотрим, сколько у нас абордажная атака. 89 всего. Как минимум на 100 нужно срубить еще. Ну что там у нас с дробилками-то? Привезли? Нет. Дрон привез. Вы дробилки 40, да. Сейчас подробим. Да, крепкий, зараза, крепкий.
Будет здорово, если нам удастся сохранить стартовую площадку дронов. Это будет просто круто. Мы его можем быстро починить. Кстати, у нас дронов очень мало строительных. Пришлось передать их на застройщик. Вот это, конечно, не очень хорошо. Но зато у меня в трюме сидит хороший пятизвездочный инженер. Вот это уже хорошо. Так, 119. Мало? Мало, 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 мало. Главное, чтобы он ничего не восстановил. В смысле турелей. А то, ух, сколько здесь всяких. Чтобы он турели не восстанавливал. Никто по нам не стреляет. Так, перегрелось оружие. Так, все, мы что-то его хорошо подолбили, 85. До 70 сейчас хотя бы. Собьем его защиту. Плазменную пушку возьмем. Дрона бы не задеть. 67. О, пора захватывать уже слишком много. Взять на абордаж. Это место вполне подойдет. Запускаем капсулу. Давайте запускайте. Так, двигатели. Ракетный залп по цели. Ракетный залп по цели. Почему ракетный залп? Типа капсула это ракеты? Так, скафандры. Первый есть. Так, 72. Ух ты! Как быстро прибывает его защита. Уничтожить проектор силового поля. Сейчас уничтожим. 76. Прибывает. Вот черт, чинится так быстро. Так, сейчас уничтожим этот проектор. Хорошо, что пока не стартовая площадка дрона. Так, долбим корпус. 79. Почему так прибывает? Вообще на глаза. Так, еще один проектор силового поля. Прямо рядом со стартовой площадкой. Так, долбим корпус. Корпус что-то прибавляется слишком быстро. Уничтожить тяжелый генератор поля. Он не уничтожен еще? 76. А где он? Он внизу, я так и знал, что там какой-то тяжелый генератор. Ну что ж, не проблема, наверное. Так, долбим. Они отступают, мы можем двигаться дальше. Так. Проектор силового поля. Блин, лишь бы не стартовую площадку дронов. Какой крепкий проектор силового поля. Так, долбим. Ах, перегрелось оружие. Уничтожить. Прыжковый двигатель починил. Ничего себе. Ой. Не туда. Так, готово. Ну давайте, ребят, давайте. Есть! Отличная работа. Ура! И задание выполнили. Ух! Отлично. На самом деле, этот таранец... у меня было задание его уничтожить. То есть это была охота за головами. Отлично. Дрон остался. И стартовая площадка дронов у нас
по-моему, осталась неповрежденной. Ну да. Просто здорово. А, у нас еще Титурель. Титурель же у нас. Так что сейчас подождем пока с капитанами. Она у нас сейчас отвиснет. Еще. Записываемся. Инженера, правда, посадим. Так. Вызвать удаленно. Инженер пусть... А, да, капитан у нас тоже есть. Инженер. Поработайте на меня в другом месте. Таранис. Принято. Занимаю пост на новом месте. Так, и инженер. Я к вашим услугам, сэр. Так, нет, капитан. Капитан, поработайте на меня в другом месте. Таранис. Принято. Занимаю пост на новом месте. Так. Найти и нанять капитан для Таранис. Ага, все нормально. Господи, сколько же здесь всякого груза. Всякого барахла. Уникальный двигатель, опять деталь. Так, запишемся. Пусть пока. Вызовем, мне кажется, Санахар наш, чтобы передал строительные дроны, пока мы захватываем Титурель. Связь, новый приказ. Перевести так, товары. Переводим товары. По ты списку. Название, или мне самому выбирать? На Таранис. Выбрать. Блостроитель перевести как дронов. Далее. Сколько? 35 пусть. Ну, если надо. Конечно, надо. Просто обязательно надо. А мы летим. Да что ж, столько меню. Сохранимся. И летим захватывать Титурель. Да, летим захватывать, а десантника не забрали. Нормально. Так, сейчас десантника заберем. Командир десанта. Доп. Сведения, связь. Возвращайтесь на борт. Сейчас он прилетит. Так, готово он на борту. И Enter 7-2 вызвать удаленно. Командир десанта, связь. Пожалуйста, поработайте на этом корабле. Обязательно ему нужно будет отдать команду работать на нашем скунсе, иначе у нас недоступна будет. Недоступна будет команда абордажа. Ну что он там? Стоит? Что-то восстановил, что-нибудь? Нет? Двигатель, конечно же, восстановил, но почему-то стоит на месте. Ну, после такого монстра, конечно, Титурель это будет. Так, семечки. Так, движки готовы. Что там у него? Вот эти турели. Баганские турели. Я не хочу сносить у него генератор. Так, 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 так. Так, спрячемся сейчас за движки поближе чуть-чуть. Генератор не хочу у него сносить. Генератор сносить не хочу. Не хочу у него сносить генератор. Так, чуть-чуть пониже сейчас. Генератор нам еще пригодится. Так, сейчас пониже. Чуть зарядим. Щиты. Что здесь у нас? Какие-то еще турели здесь вот. Прям садили у нас. Генераторы повреждать не хочу. Вот эти турели сейчас вынесу. Генератор нам поможет уничтожить, не оставить целой стартовую площадку дрона. Так. Кто по нам стреляет? Уй, ай-яй-яй-яй, прям под турели. Вот так вот, вот так вот. Так, аккуратненько, аккуратненько сейчас. Вот эти турельки сейчас. Вот, вот они. Вот они.
из укрытия. По-моему, мы попадаем в турель. Да, готово. Отлично. Щиты снесли с этих турелей, сейчас они будут лопаться только так. Так. Все, лопнули. Теперь эти точно так же. По-моему, попадаем в ту большую турель. Сейчас главное снести щиты у турели. Вот, и можно их лопать потом только так. С нескольких выстрелов. Отлично. Так, это мы все турели снесли, и плазма турели тоже снесли. Так, на носу, как водится, можно уйти турели даже. Вот эти турели, уйти турели, не сносить. Не сносить, снимем только сейчас боковые турели вот здесь вот. Поманеврируем немножко. Почему бы нет? Чтоб он по нам не попадал. Вот. Одна готова. Так, отлично. Там прыгдвиг. Прыгдвиг надо ему уничтожить. Сразу. Чтоб не было вопросов. Там, правда, у него турели. Слева, только около прыгдвига, есть турели. Так, задание выполнено. И сейчас вот эти вот турельки, у них единый генератор с прыгдвигом, поэтому вынести их будет легко. Так. Где еще сверху, сбоку ничего не осталось, чтобы наших десантников сейчас выпускать? Так, супергенератор надо вынести. Вот что надо вынести. То же самое долгое, конечно. Вынос супергенератора. Иначе мы до корпуса не доберемся. Сколько у нас мощности абордажной команды? Она прокачалась хоть немножко? Так, вот бионский скунс. 89. Так, команда, по-моему, вообще нисколько не прокачалась. Обидно. Захватили такой огромный таранец. И мощность всего 89. Почему у нас абордажники не прокачиваются? Столько же, сколько и было, даже на единичку не повысилось. Как дальше-то прокачивать абордажников? Так. Чем бы снести? У меня, по-моему, есть дрон. Дрон-ренегат. А что, если им попробовать снести? Это быстрее, наверное, будет. Стартовая площадка дронов здесь далеко, далеко. А, нет у меня никакого ренегата. Да. Ну, можно купить. Можно купить. Все же быстрее будет, наверное. Так. Услуги. Продавец дронов. Купим дрон-ренегат, чтобы заминировать эти. Здесь нету. У этого нет. Здравствуйте. Чтобы супергенераторы заминировать. Вам нужна моя помощь? Да что ж такое, ренегатов-то нет ни у кого. Чем могу помочь? А Троян, перехватчик, неустрашимый, громила. Может, они внизу где-то, нет? Что-то дефицит, оказывается, дроны ренегаты-то. Вот он, наконец-то. 350 тысяч, однако дрончик-то нехилый. Да мне кажется, пока он сейчас долетает, мы снесем этот супергенератор. Так, мне кажется, или титурель движется, или это мы крутимся. Так, готово, дрон есть. Попробуем сейчас заминировать и сразу сшибить. Так, поближе подлетим. Так, по-моему, вот так вот ставить нужно. Мины. Две мины, три.
4. Сразу поставим все. 5. И сюда. 1, 2, 3, 4, 5. Отлично. Уходим. И сейчас рванем. Clash Air, по-моему. Готово. Все очень просто, оказывается. Так. И даже корпус мы немножко задели. 106. Ну, корпус долбим. Долбим пока. Что еще остается делать? Можно, конечно, ренегатом попробовать. О, по-моему, движки почему? Нет? Нет, движки. Ренегатом корпус рвануть. А почему бы нет? Снова рванем ренегатом корпус. Ух ты! А это что такое? Это что еще такое? Вот это да. Как он шустрый. Вражеская ракета. Вообще-то нет. А, не понял, что за вражеская ракета. Ох, как они... Блин, как они не... Ну их четверо, четверо, с четверыми я справлюсь, я надеюсь. Щиты бесполезны. А может и не справлюсь. Где он? Ух, ракета-то хорошая, нехорошая точнее. Да, блин. Так, там какой-то красный корабль, я что-то его просмотрел. Так, блин, надо уходить. Что происходит вообще? Откуда они взялись? Вот это что за корабль? А, это наша титурель, которую мы захватываем. Нам не помешала бы помощь. Ай, блин, отвлекает только. Только отвлекает. Так, один готов. Откуда они вообще взялись? Я так понимаю, никому нет дела, что по мне тут стреляют. Так. Сколько у Титурели? Вернемся к нашим баранам. 93. Она восстанавливается? На турели? А, нет. Те турели мы просто не трогали. Просто не трогали те турели. Так, 82. Ну, до 70 сейчас догоним. Все время забываю, где у него стартовая площадка дрона. Так, здесь турели вроде не починены. По бокам спасибо сейчас за победу посмотрим. Над врагами нашей станции. По бокам вроде... Так, сколько? 70. Захватываем. Захватываем. Паркуемся где-нибудь вот здесь. И захватываем этого. Этого чертененка. Эх, двигатель починил. Блин, вот так я и знал, что какую-то гадость тут уже. Слишком долго возимся. Это место вполне подойдет. Так, главное, чтобы... Все без потерь. Ракетный залп по цели. Давайте, ребят, давайте. Чтобы все добрались без потерь. Я оставил снизу турели. Я надеюсь, вы там снизу не полетите. Никто первый из есть. Вас. Первый есть. К низу никто не собирается лететь, я надеюсь, под турели. Так, проверяем, проверяем защиту. 74. Восстанавливается прямо на глазах. Так, да. Так, Троян, блин. Ну ладно, пусть будет Троян. Так, где-то на брюхе. На брюхе все это надо ломать, как обычно. Может, зря я там турели не снес. Сейчас они нам помешают здесь.
ломать. Поближе к нему подберемся. Так, готово. Ого, мазафака, вперед! Мазафака. Уничтожить СКРП турель. 74. Защита от абордажа. СКРП турель, это мы завсегда готовы уничтожить. Никаких проблем, Кэп. О. Надо как-то пристроиться, чтобы те нас не атаковали. Так, теперь что? Теперь что вы, ребята, попросите? Опять двигатель починил, что ли? Как быстро он все чинит? Так. Они отступают, мы можем двигаться дальше. Стартовая площадка дронов у нас в каком состоянии? Наш дрон должен суметь этот блок. Должен. Сейчас посмотрим. Войти дуа Троян. Так. Что-то я одного дрона не могу досчитаться. Уничтожен, что ли? Я его в полуатаке уничтожил. Или наши турели при возвращении его убили. Вот это плохо. Так, сейчас вот забьемся сюда. Вот. Сосредоточиться надо. И главное не промахнуться. Ох, вот это плохо. Наши могут погибнуть, если вот так вот промазать. Блин, ненавижу злым дроном Трояна. Ого, мазафака, вперед! Так, проверяем. Уничтожить турель, слава богу. Не взломать дроном Трояна. Это мы быстро. Сейчас провернем. Тем более это ослаблено вроде у нас перед. Так, под те боковые турели. Не высовываемся. Так, стоп. Подтверждает, цель наша. Ну все, отлично. Отлично. Забираем оттуда нашего парня. Так, информация, командир десанта, доп. Сведения, связь, возвращайтесь на борт. Так, вернулся. Так, я на борту. Так, инженера-капитана надо посадить. Сейчас наймем. Так. Экипаж для кораблей, инженер. Сейчас кого-то получше нужно выбрать. Связь. Привет, пилот. Мы что можем предложить все, что вам нужно. Покажите, пожалуйста, ваши навыки. Договорились. О, как хорошо сразу. Классный инженер. Я хочу вас нанять. Спасибо, что наняли меня, сэр. Я вас не подведу. Теперь капитана. А капитанов нету, что ли? Вы что, издеваетесь? Наймем офицера обороны на Таранис, на наш посадим. Мне вот не хочется Таранис продавать. Отличный, легкий эсминец. Что вы умеете? Покажите, пожалуйста, ваши навыки. Да он единственный, так что нет вариантов. Лидерство, военное дело, боевой дух. Средней паршивости, ну ладно, хоть что-то. Спасибо, что наняли меня, сэр. Я вас не подведу. Так, хоть что-то, по крайней мере. Так, я на борту. Так. На борту, говоришь, вызвать удаленный инженер на борту, да? А, связь, поработайте. Привет. На меня в другом месте. Найти турель. Принято, занимаю пост на новом месте. Так, по-моему, капитан прибыл. Командир десанта, связь, пожалуйста, поработайте на этом корабле. На нашем пусть работает. А, я офицер обороны, а капитана нет. Так, я на борту. Капитана нет, это плохо. Может, если мы подлетим поближе к станции? Это кто? Это наш Санахар? Так, Санахара отправлять... Нет, никуда не будем отправлять, пусть здесь висит.
Посадим просто на таранец офицера обороны. Enter 7-1. Связь. Работайте на меня в другом месте. На таранисе. Принято. Занимаю пост на новом месте. Мне кажется, рядом с таранисом наш Санахар будет достаточно защищен. Как там вообще ремонт идет? Информация. Информация. Так, прыжковый двигатель починен. Сам движок еще не полностью. 4 системы вооружения из 66 исправно. Но чинит системы вооружения. Надеюсь, что это долго, много времени не займет. Жалко, конечно, что мы строительных дронов много передали на наш застройщик. Нам нужно найти капитана для Титурели. Хоть самого завалявшегося какого-нибудь. Почему я не могу связаться? Экипаж для Скунса. Инженер, командир десанта, экипаж для станции, менеджер. Специалисты для станции, торговец. Да не может быть, чтобы капитана вообще не было на станции. Может быть, такой же глюк, как в прошлый раз. Сейчас главное полиции, правда, не попасться. А то она покраснеет, и мы здесь вообще никакого капитана не найдем. А вот сейчас к доку пристыкуемся. Почему пропадают специалисты? Продавец дронов, инженер, продавец дронов. Что-то реально нет капитана. Алло, стыковочная. В этой зоне. Стыковка разрешена. Рады видеть вас. Может спросить у кого-нибудь, где капитан найти? Чем могу помочь? Где я могу найти? Соискатель, торговец, услуги, соискатель, наверное. Для крупных кораблей, капитан. Извините, я не знаю, где это. Ох ты, ничего себе. Это что, в этой зоне у нас нет капитана? Вот это жесть. Вот это жесть, конечно. Как так? А здесь сколько станций? А, это Берил, вот эта вот станция, где... Какая-то полуподпольная станция Берил. Здесь может и не быть всяких специалистов. Ну что ж, я тогда... Не на запись, наверное, полетаю, найму этого капитана. В принципе, дело такое... Обыденное дело. Интересное, будничное такое. Титурель у нас чинится, по-моему, да. Тоже немножко чинится. Инженер там сидит, что-то чинит. Кстати, была погрузчик, 29 погрузчиков, а строителей на Титурели, по-моему, не было совсем, или я их уничтожил все. А здесь на таранисе какие беспилотники остались? Никаких не осталось. Я всех уничтожил. Один строитель, по-моему, только был. Погрузчиков тут не было, ну потому что это не грузовой корабль. Так. Таранис. Система вооружения 4 всего починена. Ну, тоже, наверное, будет долго чиниться, потому что много систем вооружения. Ну что ж, неплохо, неплохо. Я прям не знаю, прям так не хочется таранис отдавать. Ну а сейчас приценимся просто, сколько он стоит, а потом подумаем, отдавать его все-таки или нет. Господство, тайный схрон, главная верфь. Я вас слушаю. Сколько он вообще стоит, если продавать? Таранис. 14 миллионов? Вы что, издеваетесь, что ли? Конечно, я его не буду продавать. 14 миллионов. А Титурель 7 миллионов. Ну, скорее всего, починенные они будут чуть дороже, но... Блин, это не та сумма. Не стоит она того. Лучше его оставить. Хороший легкий эсминец. Во-первых, будет охранять
нашу ту зону, где у нас торговцы, точнее добытчики нашей Мидиры Баан добывают плазму, собственно, в которой мы находимся, вот эту зону он будет патрулировать. А Титурель, ну мы найдем куда пристроить Титурель. Титурель как нельзя кстати у нас, кстати, это будет у нас 2-3, это будет Титурель 1. Первую Титурель 1 мы продали. Титурель как нельзя кстати, потому что у нас скоро будет станция. В каком она состоянии, эта станция? Корабль-застройщик. Свяжемся с архитектором. Состояние ресурсов. Он вообще еще ничего не закупил. А нет, наоборот. Вот как всегда проблемы с реакторами. Причем ни одного реактора еще не закупил. Наверное, все-таки лучше было бы, наверное, реакторный завод построить. Может быть, его начать действительно строить, реакторный завод. Ну, потому что, ну, очень затягивается строительство у нас. Очень затягивается с этими реакторами. Да, и следующее у нас, наверное, следующую серию посвятим постройке реакторного завода. Выберем там, какой у нас комплекс производит реакторные заводы. И запустим хотя бы первый этап, чтобы один заводик реакторный хотя бы был. Чтобы эти реакторы немножко копились, производились, и ну, просто стройка быстрее будет проходить у нас. Не придется ждать. Ну что ж, отлично, у нас пополнился наш флот кораблей, как торговых, так и боевых. Ну, первый боевой корабль, который я решил оставить. Ну, просто, ну, Таранис мне нравится. Нравится он, во-первых, достаточно шустрый для эсминца. Он, конечно, не так вооружен, как там суперэсминцы, там, Фулмикрон, Раун. Но против вот пиратских титурелей вполне может очень успешно защищать сектора и зоны. А пока на сегодня я закончу. Продолжим уже в следующей серии. Всем пока, с вами был Радиус.